друзья, Рафаэль Надаль. Здравствуйте, Рафаэль, поздравляю вас. Это было потрясающе. Какой момент был самым важным в этом матче против Алекса де Минора? Я думаю, что, конечно, победа в первом сете была ключевым моментом. На тай-брейке сначала счет был 6-2, потом 6-6. Конечно, немного мне повезло, что мяч коснулся сетки, когда я был на задней линии. Так что да, первый сет был ключевым, от которого я получил нереальное удовольствие. И, конечно же, сам факт, что я снова играл здесь, дома, при этой незабываемой публике. Я думаю, что один из самых важных моментов — это то, что ваш ребенок, ваш сын следил за вашей игрой здесь, на первом матче. Что вы чувствуете, когда ваш сын находится рядом с вами на корте? Я думаю, это потрясающе. Да, хорошие чувства. Возможно, он еще многого не понимает, но, конечно, у него есть возможность путешествовать с семьей. Я думаю, это прекрасно. Я получаю огромное удовольствие, когда у меня есть такая возможность. И то, что я играю как отец, совсем другое чувство, которое доставляет мне много радости, и я наслаждаюсь этими моментами. Спасибо вам большое. Спасибо. We'll be right back.